Выходец из Норвегии Сэм Нильсен строит в таиландской провинции Чумпхон причал, который будет не только принимать корабли, он сделает жизнь местного населения более комфортной. Мэр провинции поддерживает идею Нильсена и уже дал проекту зеленый свет. Эта инициатива очень значима. Причал сыграет решающую роль в развитии региона и превратит его в один из главных транспортных центров страны. По плану Сэма, через 4 года в Чумпхоне будет порт. Рядом появятся виллы и сады. Провинция, о которой сегодня мало кто знает, обещает быть у всех на слуху.